6. Раз, два, вот оно. 3, вот оно, тяжело идет. 4, остановить, развести. Вот. Раз, два, три. О! А, вот оно. Делал восьмерками, сейчас берем пятерки и добиваем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три. Так, вот это упражнение. Введите свои тренировки на дельты, и ваши плечи будут принимать такую уже более круглую форму. По крайней мере, вы, может, уже в первый раз почувствуете, как болят плечи. Так, сейчас спину делаем очень быстро, минут 20, и надо лететь, будем заканчивать. Так, сейчас вот такой рукой, нет, не такой. Вот, короче, вот такие рукоятки, у нас целый набор есть. Вот они. Очень круто работать с ними. Почему? Потому что вы должны держать эту рукоять, как будто ваша рука как крючок. И здесь есть направляющие и такой же угол будет задавать ваше предплечье. То есть разные углы есть, разная ширина. И вот эта рукоятка решает, что когда рукоять круглая, и вы зажимаете круглую рукоятку, то есть вот так, хоба, чем сильнее вы сжимаете предплечье, тем больше активируется кисть, предплечье, и здесь активируется брахиалис и бицепс. И когда вы начинаете тянуть, во всех любых плоскостях много забирает именно бицепс на себя нагрузку, а спина ваша обделяется. Поэтому вот эти вот новые рукоятки не дадут вам сильно сжать предплечье и больше произолируют вашу спину. Поэтому это хорошее решение. Конечно, для новичков это пока не важно, а вот уже более таким ребятам прогрессивным уже будет удобно. Так, сразу несем так. Вот так вот. Вешаем узкую рукоятку, она хорошо будет растягивать спину. Так, сейчас берем дропсеттеры. Сразу напомню, что у меня сейчас объемные тренировки, много таких отказных подходов, большая интенсивность. Нельзя всегда так работать, потому что это большая нагрузка на нервную систему. И так всегда тренироваться будет для вас проблематично, будет быстрое выгорание. Так, попьем. Так, где зал находится? Да, это город Гомель. Зал находится в центре, проспект Ленина 3. Если помните, раньше был, он сейчас есть, зал Кенгуру. И рядом с Кенгуру есть этот зал. Так, заряжаем дропсеттеры.
секундочку. Нужно их беречь, они пластмассовые, не знаю, насколько они крепкие, но подстилаю коврик, потому что здесь металлический вид. Падает, может треснуть. Ой-ой. Фу.
Так, ну что, друзья, будем заканчивать. У меня осталось еще одно упражнение на спину. Еще один подход здесь. Одно упражнение на спину. Уже не буду его снимать. Если было интересно, заходите чаще на тренировки в прямом эфире, задавайте вопросы. А если буду видеть отдачу, буду делиться с вами своим опытом, своими какими-то наработками. Так что всего хорошего, хорошего дня. По вечерам иногда захожу в эфиры, провожу стримы иногда, когда время есть. Так что тоже заходите. Я пошел гасить. Всем хорошего дня.